Доброе утро. Я смотрю, ты уже проснулась. Да, сынок. Что-то мне после вчерашнего плохо. Хворь какая-то взяла меня. Ходить к лекарям в город дорого. Сходи-ка на болото. Купи у ведьмы лечебное зелье. Хорошо, мама. Я быстро. Не дают бабке жить свой век. Собирайся. Есть куда. Прячься. Ох. А все из-за этих двух братьев. Нажрались, понимаешь ли, браки. И слушай после этого их предсказания. Какого лешего там приперло? Иду я, иду. Колотитесь, как черти. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, внучок. Бабушка... Какая тебе бабушка? Бабушка, где? Что ты тут делаешь? Что ты тебе такого? Извините. Что надо? Отраву? Или грибы? Мне бы, девушка, лечебное зелье, знаете ли. Мою мать одолела болезнь. Хворь, что ли? Ну, такое лечение дешевых. Деньги не проблема. Сколько? 10 серебряных. 10? Хорошо, хорошо. Вот вам, девушка, 10 серебряных. Только, пожалуйста, побыстрее. Эх, паршивец. Я думала стукнуть его этой ценой. Придется варить это зелье. Кровь орка. Жаксы. Уши дракона. Хвост косы. И от мантикоры. Эля немного. И готово зелье будет хвора. Все, иди, глупец. Такой сейчас начнется. А ты заботишься о какой-то хворе. Извините, а что? Что начнется? Иди, по-добру, по-здорову, глупец. Вчера, как многие знают, произошло великое горе. Император Годрик умер в преклонном возрасте, не успев обзавестись наследником и не дав конкретных указаний.
В скором времени мы обещались на похоронах встретиться со всеми герцогами и решить все вопросы. Люди, сохраняйте спокойствие. Я лично прослежу за тем, чтобы все вопросы были мирно урегулированы. Господи, никак не могу поверить, что он умер. Эй, слышишь? Пошли отойдем. Дело есть. Что тебе нужно? Я вот подумал. Помнишь, мы вчера убили порося? Я думаю, неспроста все это. Смерть императора неспроста. Ты что думаешь? Что из-за того, что мы убили того поросенка, случилось это горе? Это только мои предположения. Что за дичь ты несешь, охотник? Я решил проверить это. Вот, поросенка стащил с фермы. План прост. Грохаем его и все. Ты реально хочешь его убить? Да, я взял нож. Нет, давай лучше ты. Ну не за ж. Твоя дурная авантюра, ты и действуй. Хорошо. Ну, свинка, ты отправляешься в рай свиней. Оу, черт, ты прав. Бежим нахер отсюда. Ой, какая-то странная эта ведьма. Начнется что-то. Напридумывают себя они, конечно. Ну, главное, зелье я получил, и теперь я точно смогу его принести домой. Надо поторопиться. А? Что это за шум? Что? Это что, землетрясение? Черт! Ну вот, еще одну книжечку. Это что, землетрясение? Черт, что это было? Надо присесть, дух перевести. Фух. Блин, что же мне теперь делать? Зелье потеряла. В лесу этом чертовом. Так, надо выход искать идти. Да куда опять этот пень тот же? Так, ладно. Пробуем туда пойти. Что? Да... Я, похоже, потерялся. Мне кажется, ранее в нашем герцогстве не было морей. Мой сир, вы правы. Их и не было. Так в чем проблема? Я думаю, здесь что-то не так. Ну, проверь, что не так. Мой сир, к
как проверить? Своей мордой! Нет! Ну, готовьте флот. Братья, покупайте гоблинов, рабов. За 3 бараньи шкуры вот это вам дам. Я кто возьмёт? Я! Там было! Я хочу! Я! Больше! Больше! Мне! Там 2! Нет! Какие мясо 2 куса? Ты посмотреть! Он утром 4 у меня съест! Так, все работать! Разошлись! Всем работать, если будет, то не работать. Кто это тут не работать? Да, быстро работать. Гоблин, что это ты тунеядничаешь? Пшел, пшел! Не работай! Не работай! Орк? Орка в цепи заковывает! Плохой вождь! Раньше мы против остальных мужей воевали за свободу орка! Теперь орк против орка пойдет! Новый вождь нужен, честный, чтобы свобода орка была. Разнеси везде это. Пусть новый вождь придет и убивает племя. Новый вождь. Свобода! 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 За свободу! Ура! Новому вождю! Так, Кристофер, успокойся. Просто успокойся. Да, я потерялся в лесу. Да, я потерял зелье, но... Я же смогу найти отсюда выход, хоть какой-то. Я же все же должен был чему-то обучиться. Я же обучался вроде в крестьянской школе у учителя Михаила и должен что-то... А, нет, в это время я собирал пшеницу. Конечно, теперь, блин, я даже не знаю, что можно в лесу есть, что нельзя, как развести костер. Я даже, блин, я правда не знаю, что делать в тупике. О, крестьянская изба, может там кто-нибудь есть? А, видимо, тут уже давно никого нет. Ладно, хотя бы место для ночлега, уже хоть что-то. Эх. Ну что, господа генералы, как будто вы сами боги нам благоволят. Нам нужны плавающие катапульты, баллисты и, конечно же, трибушеты. Завтра же буду смотреть на данный флот в порту, а пока можете отдыхать.